Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 16 мая, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Николая. Это древнегреческое имя, которое переводится как «победитель народов». Небесным покровителем его является священномученик Николай Беневаленский, пресвитер. В начале 20 века Николая рукоположили в сан священника. Служение он проводил в одном из храмов Москвы. С приходом к власти большевиков служить становилось все труднее и труднее. В 29 году священника Николая Беневаленского вместе с женой и 5 детьми выслали из города, и были они вынуждены переехать в Загорск. Там семье отца Николая пришлось часто менять квартиры, испытывать голод и холод. Но тяжкие испытания пастырь переносил без ропота и уныния. В тяжелый период жизни батюшки скончался его родственник, который был иеросхимонахом Алексеем, старцем Зосимовской пустыни. И брошенные последователи умершего пришли к отцу Николаю. Только пришлых советская власть посчитала сектой. Это стало поводом для чекистов завести уголовное дело на батюшку. Его обвинили в антисоветской агитации и участии в контрреволюционной группе служителей культа. Приговором суда священника отправили в исправительный лагерь на 5 лет. Там, в тяжелых условиях, отец Николай погиб. А также своими молитвами с Днем Ангела мы поздравляем Тимофея, Феодосия, Петра и Феофана. Самим именинникам следует посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!